올림픽이 열리면은 전 세계가 관심을 가집니다. Когда начинаются Олимпийские игры, весь мир заинтересован этим. 뭐 재미있기도 하지만은 그 결과적으로는 국력을 얘기하기 때문에요. Почему заинтересован? Потому что это не просто интерес, это указывает на их страны. 아무래도 국력이 있는 그대로 1위, 2위 이렇게 나옵니다. Почему? Потому что в зависимости от возможностей страны и зависит первое или второе место. 우리 한국은 뭐 예상대로 늘 상위권에 들어가죠. Но, как вы знаете, Южная Корея тоже входит в число развитых стран. 한국이 그만큼 발전됐다, 뭐 이런 뜻입니다. То есть это указывает на то, что Южная Корея поднялась в число развитых стран. 그 중에서도 특히 모든 그 체육단체들이 알다시피 뭐 그런 부정을 한대요. Но и как говорят, что есть какой, как это несправедливость в виде среди тех, кто занимается спортом. 자기 인맥 중심만 쓴다. 이렇게. То есть говорят о том, что есть люди, за которыми. 아무리 잘하는 사람이면서도 안 쓴다는 거지. Даже если есть хорошие спортсмены, их не используют. 또 아니면 돈을 주면 쓴다는 거죠. Ну или если заплатили достаточно хорошую сумму. 그래서 막 뛰어난 선수들이 많답니다. 근데 안 쓰는 거예요. Хороших спортсменов много, но не всех используют. 그런데 안 그런 단체가 하나 있어요. Но есть одна организация, которая не зависит от этого. 거긴 아시죠? Все вы знаете. 양궁. 거기만은 전혀 부정이 없다고. И говорят, что именно они все делают честно. 그래, 양궁 세계 1위 나오잖아요. И поэтому они занимают первое место во всем мире. 우리 다른 체육에서 다 정신체력 부리면 우리가 미국도 이길 수 있는데 말이죠. А я думаю, что Южная Корея в этом может преуспеть даже обойти Америку. 우리 한국인에 대한 하나님의 계획이 있기 때문에 많은 축복을 하실 겁니다. Я думаю, что на Южную Корею есть великий Божий план, и потому Бог благословит ее. 이번에 우리 두 분을 임명을 하게 되었습니다. 아주 좋은 시간표라고 보고요. 우리 뭐 서말심 목사님은 목사 이전에 학자입니다. 그것도 언어학이 되어서요. 그거는 아무나 하는 게 아닙니다. 다른 박사는 너무 맞으면 되지만 이거는 진짜 공부를 해야만 되는 겁니다. Филологом становится не каждый человек, нужно изучать. 제가 볼 때는 여교육자 협의회에 하나님의 놀라운 계획이 들어갈 거라고 봅니다. И я думаю, что благодаря тому, что Бог поставил ее в совете пасторов женщин, 그 메시지를 제대로 줄 수 있는 분이에요. Тем более она человек, который может дать четкое послание. 그래서 우리가 본인은 처음에는 거부했지만 우리가 부탁하려고 해서. 세우게 된 겁니다. Вначале она отказалась от этой должности, но мы попросили ее убедительно. 또 우리 이용태 목사님은 우리 다락방하기 전에 좀 좋은 조건이 있는 교회였어요. 아, пастор Йонгтэ до того, как войти в движение Таракбанг, он имел хорошие условия церкви. 그 복음 운동하려고 그거 다 포기하고 아무것도 없는데 시작을 한 겁니다. И он начал с нуля, отказавшись от всего, что он имел ради благовестия. 그래서 지금 그 외관에서 그 어려운 지역인데 든든한 교회를 세워놓고 있습니다. И несмотря на то, что он сейчас находится в одной из тех местностей, где очень много трудностей, он несет служение церкви. 그래서 내게 뭐 이익이 있겠구나 한번 달라붙고요. 손해가 있겠구나 한번 떠나가고. 그런 분이 아닙니다. Это не такие пастыри, которые ищут своей выгоды и пользы, прикрепляются только тогда, когда есть выгода, и когда нет, уходят. 그래서 와 있는 북한 사람들만 잘 챙겨도 역사는 일어납니다. Я думаю, даже если позаботиться о тех беженцах Северной Кореи, здесь, в Южной Корее, произойдут великие действия. 한 명 한 명을 진짜 내가 100%까지 알아야 되겠다 할 정도로 하면 역사였나요? То есть, если полностью отдаться этому, чтобы каждого изучить на все 100%, произойдет действие. 오늘 공문 선교사의 두 번째 비밀 망대입니다. Сейчас мы с вами рассмотрим вторую башню. Это тайна для госслужащих. 그게 뭐겠습니까? Как вы думаете, что это за тайна? 제일 희망이 이겁니다. Я думаю, что надежда заключается в этом. 렘넌트죠. 차세대 키우는 RM의 주역이 돼야 됩니다. То есть необходимо стать главными действующими лицами, которые взращивают подрастающее поколение. RM이란 말은 렘넌트 미니스터입니다. Это служение ремнентов. 렘넌트를 잘 키워주는 겁니다. Необходимо взращивать подрастающее поколение ремнентов. 여기에 주역이 돼야 됩니다. Вы должны стать главными действующими лицами. 자,
어떤 것이 진짜 행복일까요? Как вы думаете, в чем заключается истинное счастье? 공무원이 된데 내 생에 한 번밖에 없는 기회인데 어떤 것이 거짓 능력일까요? 거짓 행복일까요? Если вы стали госслужащим, и это для вас хорошая возможность, но как испытать истинное счастье? 그래서 여러분들은 지금은 조금 힘을 합칠 기회가 되는 게 공무원으로 들어갈 사람들을 미리 키워라. Поэтому сейчас для вас хорошая возможность взращивать будущих госслужащих. 숫자가 많지 않아도 어떻게 모여서 제대로 줄 것이냐 하는 겁니다. Очень важно не количество, а важно, насколько вы сможете взрасти качественных работников. 그래서 렘넌트 공무원 생겨서 미리 키워야 된다. И поэтому нужно заблаговременно заняться взращиванием госслужащих среди ремнентов. 이미 렘넌트가 공무원으로 들어갔을 때는 늦다고 봐야 돼요. Почему? Потому что когда ремнанты уже становятся госслужащими, слишком поздно. 들어가기 전에 공무원인 내가, 야, 너는 공무원으로서 이렇게 해야 된다. И поэтому вы, будучи госслужащими, должны соблаговременно научить ремнантов быть ими. 뭘 말입니까? Что это значит? 각인시켜서 보내야 돼요. Необходимо в них это запечатлеть, прежде чем отправить на те места действия. 창세기 37장 11절입니다. Бытие 37:1-11. 요셉이 꿈을 얘기하니까 야곱은 마음에 두었더라. Тогда, когда Иосиф рассказал, поделился своим сном, Иаков это запомнил в сердце. 렘넌트들이 마음에 하나님의 말씀이 제대로 각인돼서 가야 돼요. Ремнанты, прежде чем идти на место действия, вы должны в себе запечатлеть Божье слово. 출애굽기 2장 1절 10절입니다. Исход 2:1-10. 어떤 순간입니까? Что это за момент? 위기 왔는데 모든 렘넌트들이 죽는 시간대 같다고 왔단 말이에요. 이때 이 요게벳의 선택입니다. 우리 아들이 살 수 있는 곳은 한 군데밖에 없다. 왕궁으로 보내는 거다. 거기 사는 길이에요. 그래서 양자라도 가도록 만드는 겁니다. 약속을 했어요. 젖을 때까지 내가 데리고 있다가 젖을 때면 보내겠다. 다행스럽게 이스라엘 사람들은 젖을 오래 먹어요. И знаете, слава Богу, что евреи, они долго скармливают ребенка грудью. 그걸 이용한 겁니다. И она воспользовалась этим моментом. 완전히 복음의 능력을 각인시킨 겁니다. То есть она за это время запечатлела в нем силу благовестия. 무슨 일이 날 거냐, 그는 상상 못합니다. А что будет потом, даже невозможно представить. 이렇게 우리가 조금 진짜 응답을 여유를 가지고 후대를 제대로 키워서 보내야 되겠다. 공무원뿐 아닙니다. 의사가 되는 순간 그때부터는 정신이 없습니다. 정신 없어요. 미리 각인시킨. Поэтому заблаговременно нужно в нем запечатлеть. 두번할 필요 없습니다. И даже не нужно дважды повторять это. 여러분이 어떤 식으로 하는지 모르겠지만 주일날 예배드리지 않습니까? 주일 설교 다 기억 못합니다. Я не знаю, как вы слушаете. 그렇죠? Воскресную проповедь не каждый может запомнить. 물론 메모해놓고 하겠지만은 내가 내 얼굴 외울 수 없습니다. Конечно, вы записываете, но не можете полностью заучить это. 심지어 목사님 보고 지난주 설교 얘기해봐 못합니다. 어떤 사람. Даже многие пасторы забывают тему прошлой проповеди. 매주 듣는 것이기 때문에. Потому что мы каждую неделю слушаем. 그래서 주일날 외우는 것이 아닙니다. Поэтому воскресенье нужно не заучивать проповедь. 하나님의 계획이 완전히 다가오도록 각인시킵니다. Необходимо запечатлеть, чтобы совершенно выявить Божий план. 그러면 잊어버려도 돼요. И потом можно забыть. 왜냐? 그 흐름을 딱 잡았기 때문에. Почему? Потому что вы уже определились. Это важно. 여러분 그러면 해도 아마 놀랄만한 간증이 계속 생길 겁니다. И тогда в вашей жизни непременно появится свидетельство. 그게 증인입니다. И это свидетель. 그리고 오늘 굉장히 이제 다 놓치니까 안 되는 거, 세상적인 거, 불가능한 걸 자꾸 노력을 한단 말이에요. 어려운 거예요. Но так как мы упускаем самое главное, поэтому прилагаем свои усилия, держимся за то, что не получается. 얼마나 귀중한 일이었습니까? Насколько это ценное, важное дело, первое царство. 다윗입니다. Это Давид. 여러분 보시다시피
이 지금 대제사장 사무엘이 위험한 걸 한 거예요. Вы же знаете, что первосвященник Самуил совершил опасное дело. 사울 왕이 있는데 다윗에게 있는 앞으로 왕 될 거라고 기름 부었다는 거예요. Несмотря на то, что существует царь Саул, он помазывает Давида и говорит: "Ты будешь будущим царём". 엄청난 사건입니다. Это великое событие. 안 그래도 시기 질투심 많은 사울이 알면 어떻게 되겠어요? Вы представляете, если царь Саул узнал, человек, который ревнуется, вид. 기름 부었다는 거예요. И поэтому 이날 이후로 다윗은 여호와의 신에 크게 감동되니라. Написано, что с того дня и после дух Господень был на Давиде. 뭘 알려줬습니까? Как вы думаете, что он открыл ему? 네가 꼭 해야 될 미래를 알려준 거야. Он открыл ему будущее. 그래서 다윗은 어릴 때부터 붙잡은 게 두 개입니다. И поэтому Давид с самого детства держался за две вещи. 뭡니까? Что это? 이스라엘을 살리는 1천 망대를 세웠어요. Он поставил 1000 башен для спасения Израиля. 죽기 전에 성전 준비를 완전하게 했어요. И перед смертью он подготовил в совершенстве все для строительства храма. 이게 어릴 때 들어간 거라니까요. С самого детства это было в нем заложено. 이게 중요해요. Это важно. 어릴 때 뭐가 들어갔냐는 너무 중요한 거예요. Очень важно, что в детстве вошло в ребенка. 이 역할을 여러분이 하시는 게 하나님이 너무 기뻐하신 일이에요. И то, что вы сегодня совершаете это дело, это радует Бога. 자, 여기 보세요. Далее. 이사야 6장 1절 13절 잘 아시죠? Все вы прекрасно знаете Исаия 6:1-13. 가장 먼저 보좌에 앉으신 하나님이 나타난 거예요. В первую очередь явился Бог, который сидит на престоле. 보좌. Престол. 그리고 막 사람들, 천사들의 활동을 보여줬어요. И он показал, как действуют ангелы. 그리고는 이스라엘이 멸망받게 된 것을 보여줬단 말이에요. И он показал гибель Израиля. 그때 이사야가 나를 보내소서. И тогда Исаия сказал: "Отправь меня". 하나님께서는 안 된다고 했어요. Но Бог сказал нет. 이스라엘은 더 어려워질 것인데 렘넌트는 남게 될 것이다. Израиль окажется в худших обстоятельствах. 그게 거룩한 시다. Но ремнант останется это святое семя. 이 언약을 알아들은 사람이 나온 거예요. Появился человек, который понял этот завет. 다니엘입니다. Даниил 1:8-9. 이사야가 예언된 것을 알아들었고요. Он понял то, что Исаия пророчествовал. 그래 포로되어 갈 때 이미 왜 포로되어 가는지 알아요. И тогда, когда оказался в плену, он понял, почему они оказались в плену. 왜 성전이 파괴된지 알아요. Он понял, почему храм разрушен. 왜 이스라엘이 망인지 압니다. Он понял, почему Израиль теперь погибел. Оказались в плену. 놀랍게도 높은 자리에 부름을 받았어요. И к удивлению, он был призван на высокопоставленное место. 고급 공무원으로. Он стал госслужащим. 그 바벨론이 머리 좋죠? 뛰어난 인물을 고급 공무원으로 발탁을 한 거예요. Вавилоне правильно подумали и стали взращивать тех, кто может стать госслужащим. 아, 뭐 어느 나라든 그렇지 않습니까? 똑똑한 공무원들을 발탁해서 나라에 도움되도록 하려고 한단 말이죠. В любой стране такая работа система. Если человек способный, они ставят его госслужащим. 이때 다니엘은 뜻을 정한 겁니다. И в это время Даниил принимает решение. 뭘 해야 되며? Что нужно делать? 그래서 바벨론에 굉장히 도움 주는 사람이 됩니다. 그렇죠? И он стал человеком, который оказывает помощь Вавилону. 어릴 때 이사야가 미리 예언했는데 우리 안 믿는다 말이죠. 그걸 붙잡은 거예요. Было заблаговременное пророчество Исаии, но никто не поверил, а Даниил ухватился за это. 그래서 뭐 굉장한 여기는 뭐 2, 3, 7, 5천 종족 있는데 아닙니까? А ведь это место Вавилон, где было 237 стран и 5000 племен. 이 글은 데오빌로요. 내가 먼저 쓴 글에는 그랬는데 이 먼저 쓴 글은 누가복음이죠. Деяния 1:1. Первую книгу, которую написал я тебе Феофил, это Евангелие от Луки. 뭐 다 알고 있는 내용입니다. Все вы это содержание 그런데, знаете. 의사 누가가 데오빌로에게 보낸 편지입니다. Это письмо, которое написал врач Лука Феофилу. 이게 세계를 살리는 거예요. И вот это письмо спасло мир. 자, 여러분이 아이들이 공무원으로 가기 전에 먼저 하나님의 말씀이 정확하게 각인돼 버리면 그때부터 달라지는 거예요. Прежде чем наши дети станут госслужащими, важно, чтобы Божье слово запечатлелось в них, и тогда они будут другими. 그래서 바울이 당연히 목표가 되어 있습니다. И поэтому, естественно, у Павла была цель. 사도행전 17장 1절. Деяния 17:1. 회당입니다. Это синагога. 미래를 내다본 겁니다. Он увидел будущее.
회당이죠. Это всё синагога 18:19. 미래를 내다본 겁니다. Он увидел будущее. 정확한 답까지 줬습니다. Он дал чёткий ответ. 거기서는 그리스도라는 답을 줬어요. Он дал ответ, то что Христос. 그리스도 우리는 예수 믿는 게 아닙니다. 예수 그리스도를 믿는 겁니다. Мы верим 그렇죠? не просто в Иисуса, мы верим в Иисуса Христа. 불교와 나쁘단 말 아닙니다. 제가 보기에는 종교 중에서는 최고입니다. Если взять буддизм из всех религий, это наивысшая религия. 그러나 그리스도 없습니다. Но там, к сожалению, нет Христа. 그렇게 스님께 말씀드립니다. И поэтому могу сказать буддийскому монаху. 산에 올라갈 때 벌써 다른 사람이에요. Между прочим, когда он уже поднимается в горы, он становится другим человеком. 산에 가서 머리 깎을 때 벌써 다른 사람이라니까. Как только он остригает голову, он становится другим человеком. 그 가지고 있는 당신의 영적 문제는 해결이 안 돼요. Но ведь та духовная проблема, которая скрыта в нём, 그걸 얘기해 주고 싶습니다. Легко ведь сказать это человеку. 끝없는 수행을 하지만 수행한 만큼 손해요. И даже если он самоизолируется, но всё равно ничего 왜냐? не решается. 당신 문제 해결이 안 되기 때문에. Его личная проблема не решается. 내 문제를 내가 해결한다. 그 자체가 불가능한 거예요. И само то, что они утверждают, я сам разберусь со своими проблемами. 그 자체가 인간이 뭔가를 덜 깨달은 거예요. То есть это говорит о том, что человек еще не до конца понял. 에덴 동산 사건 이후 인간은 절대로 사탄을 이길 수 없어요. После событий Эдемского сада человек не может победить сатану. 예, 재앙도 이길 수 없어요. Не может справиться с бедствиями. 지옥 배경 이길 수 없어요. Не может покровительство ада разрушить. 아무것도 이길 수 없어요. Ничего не может с этим поделать. 그래서 하나님이 그리스도를 약속한 거예요. И поэтому Бог обещал отправить Христа. 이 단어를 모른다는 것은 가장 무식한 거예요. И если человек не знает Христа, он самый глупый. 그래서 바울은 그리스도를 아는 지식이 가장 고상함이랍니다. 그것도 무식한 사람이 그런 얘기가 아니고 바울이 그런 얘기했어요. 그 사람이 세계를 살리는데 그 바울이 회당 가서 이 얘기를 했거든요. 또 고린도에서는요. 안식일마다. 아, в Коринфе каждую субботу. 렘넌트에게 적어도 기도가 뭔지는 알게 해서 보내야 돼요. Хотя бы самую малость вы должны ремнантам сказать, что такое молитва. 안식일 날 회당에 모여서 기도하는 것도 기도지만은 기도가 뭔지를 알아야 돼요. Каждую субботу собирались в синагоге и молились, но ведь не знали, что такое молитва. 기도가 뭔지 알면 모든 거 움직일 수 있습니다. Если человек знает, что такое молитва, он может управлять всем, и этому вы должны научиться. 그것도 굉장히 엘리트들에게 영적인 과학적으로 알려줘야 돼요. И причём нужно говорить об этом элитным людям с научной точки зрения и нужно говорить об этом с духовной точки зрения. 기독교인이 거의 모르고 있는 응답이 뭔가 알지. И большинство христиан даже не знают, что такое ответ. 응답은 수건을 주세요. 수건이 왔다. 이것도 응답이지만 이 응답 이걸 말하는 게 아닙니다. Большинство из нас думают, что ответ, когда мы попросили носовой платок, Господь 뭐죠? дал нам этот носовой платок. 바울이 대단합니다. На самом деле не это. 예수님이 40일 동안 가르친 거 아무 사도도 안 했는데 바울만 했어요. 하나님의 나라에 대하여 담대히 석 달 동안 설명. Павел великий человек. Иисус 40 дней говорил ученикам, но они не поняли. Но Павел это уразумел и 3 месяца говорил о том, что Иисус является Христом. Это. 자, 긴 말할 거 없이. Даже не нужно много слов. 렘넌트를 내보낼 때 영적 서밋이 먼저 되도록 만들어라. Перед тем, как вы отправите ремнантов на место действия, они должны стать духовным саммитом. 뭐 어른 돼서 안 되는 건 아니지만 고생이 많아요. Нет, конечно, повзрослев, нельзя сказать, что не получится. Просто им придется 네. проходить через трудности. 모세처럼 지금 고생하다 깨달아. Как Моисей настрадался, а потом понял. 요셉 바로 깨달았어요. А Иосиф сразу это уразумел. 고생 없어. 가는 곳마다 역사를. И без страданий, куда бы он ни пошел, там происходило. 사무엘 다윗 특징 뭡니까? 미리 깨달아. Особенно Самуил и Давида. Заблаговременное осознание. 나이 들면 힘들어요. А когда человек в возрасте, ему тяжело дается. 그래서 여러분의 사명이 한 명이라도 괜찮습니다. И поэтому ваше призвание хотя бы одному это дается. 이게 여러분의 두 번째 비밀 망대입니다. Это есть вторая башня. 꼭 하셔야 돼요. Это то, что вам обязательно. 공무원 아니라도 해야 되는데 공무원은 특별하잖아요. Даже если вы не госслужащий, особенно госслужащий. 네. 10시 반에는 비밀 망대 두 가지 이야기하겠습니다. 10:30 мы еще рассмотрим две тайные башни. 우리 빈 시간에도 여러분이 뭔가 모르게 말씀의 답을 찾는 그것만 하면 돼요. Поэтому в свободное время вы должны найти ответ в слове и думайте об этом. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. 뭐 благодарю тебя. 오늘
언약이 성취되는 그 흐름 속에 있게 하옵소서. Помоги сегодня нам находиться в течение исполнения Божьего завета. 최고의 날이 되게 하옵소서. Помоги, чтобы этот день стал наилучшим. 공무원 선교대회가 세계 공무원 살리는 시작이 되게 해 주옵소서. Пусть этот миссионерский съезд для госслужащих станет началом спасения. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.